Остался позади 2016 год, и первый рабочий день Нового года мы встретились с начальником отдела физической культуры, спорта, молодежи и туризма Ахмедом Исаковым, который подвел итоги за 12 минувших месяцев. Согласно календарному плану спортивного массового мероприятия 2016 года, завершился 2016 год, и все мероприятия, намеченные были, которые были согласно календарному плану, проведены по 24 видам спорта. У нас культивируется 24 вида спорта. Есть олимпийские виды спорта и неолимпийские виды спорта. И хочу отметить, что мы этот год, как и прошлые годы, завершили успешно, нарастающими темпами. Еще один шаг сделан именно развитие физической культуры и спорта в Хасавюртском районе. Все официальные мероприятия по всем возрастам, по трем возрастам, все были проведены. Проведены также у нас имеется во всех спортивных школах 6 спортивных школ, 2 муниципальные школы и 4 у нас находятся в виде Министерства по физической культуре и спорта Республики Дагестан. Проведены все мероприятия согласно их календарному плану внутришкольных мероприятий. У нас очень много проведено мероприятий, комплексных мероприятий, где задача состоит именно массового спорта, охват больше населения всех категорий. Проведены спартакиады, как до определенной молодежи, спартакиады учащихся, спартакиады среди педагогических работников, спартакиады среди молодежи Хасавюртского района. И хочу отметить, что у нас, вот наш, то, что наш самый крупный район, и проводишь одно мероприятие, охват у нас где-то приходится вместо одного мероприятия проводить 4-5 мероприятий. И охват в среднем где-то от 1,5 до 2 тысяч одно мероприятие участвует, принято участие. И по завершении всех мероприятий во всех и в чемпионатах, и в первенствах, и в спартакиадах, все участники награждались дипломом соответствующей степени, медалями, призами. Огромную благодарность Ахмед Исаков выражает главе муниципального образования Хасавюртовский район Джамбулату Салаулу за поддержку спорта в районе. Средства на проведение для участия, принял участие во всех республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. Средства для этого, конечно, главой муниципального образования Хасавюртовский район всегда выделялись для участия на этих мероприятиях, достигших спортсменов, которые выигрывали и в чемпионатах мира, Европы, России, первенствах, награждая, соответственно, денежными призами от имени главы муниципального образования Хасавюртского района, чем мы хотим поблагодарить от имени спортивного сообщества Хасавюртского района. Всегда глава поддерживает эти вопросы, понимает, и зеленый свет в этом отношении у нас всегда со стороны главы муниципального образования. Конечно, у нас по всем видам спорта есть свои чемпионаты, чемпионы. Это не только вас поднимает как будто престиж нашего района и престиж Республики Дагестан, потому что по другим видам, по других отраслях мы не можем хвастаться, именно через спорт мы можем доказать, что есть Дагестан, есть Хасавюртовский район, есть очень знаменитые ведущие спортсмены. Более 3000 выполнили нормативы массовых спортивных разрядов, потому что все вообще обживательных, вот у нас задача по ГТУ, когда сдавали то же самое, вот сдали первые обживательные в школах, все почти приняли участие и сдали первый этап сдачи нормативов ГТУ, сдавали наши обживательные школы. С этого года, конечно, будут сдаваться и другие категории, и по другим отраслям будет, другое население. Мы это в массовом порядке будем принимать и сдавать ГТО, это готовку для обороны. По всем видам спорта у нас есть чемпионы, есть отличившиеся. Мы, конечно, вот только что сейчас уже и годовые отчеты мы сделаем, уже предварительные итоги подвели. У нас очень много, десятки кандидатов мастера спорта, есть мастера спорта международного класса, в этом году выполнили. Думаю, конечно, год уже начался, вот это, и тем не менее, и по итогам 2016 года были проведены итоги по смотру конкурса на лучшую организацию спортивной массовой работы среди городов и районов Республики Дагестан. Мы очередной раз уже 9-й год подряд, мы уже занимаем всегда первые места в этом плане.
вопросы, связанные с спортом, конечно, в нашем городе всегда мы ставили одни из приоритетных направлений былой главы, и наш отдел, и со всеми вместе с физкультурными работниками, с тренерами, спортсменами. Вот удался, и он стал удачным для жителей, вообще для муниципальных жителей, удачным в 2016 году. В новом году мы желаем нашим спортсменам дальнейших побед, покорения новых спортивных вершин, а также здоровья и семейного благополучия.